С начала года жильцы домов в районах Яблоневого сада, Аэродрома и Тиза жаловались, что мусор перестали забирать по графику из индивидуальных контейнеров. Вместо привычного сбора саровчанам предложили относить отходы за сотни метров в специально установленные места, что неудобно и тяжело, особенно для пожилых людей. Департамент городского хозяйства пытался найти альтернативу. Мы считаем, что действительно целесообразно вернуться с территории ИЖС к вывозу с индивидуальных контейнеров. И при этом рассматривать в перспективе опять вопрос отхода от этих контейнерных площадок. Потому что контейнерные площадки ставились с учетом организации требований раздельного сбора. Но, как обычно, реформа и бежит вперед. Мы стараемся обеспечить ее реализацию путем создания специального инженерного оборудования, а сознание людей отстает. Этой осенью чиновники приняли решение, что мусор из частного сектора региональный оператор МСК-НТ снова будет забирать от домов по графику, но по другой схеме. Мусоровоз будет проезжать мимо в установленное время. Как только автомобиль подъедет к конкретному дому, его жильцы должны самостоятельно погрузить в него пакеты с отходами. Подразумевалось, что жителям будет подаваться сигнал о прибытии. В начале объезда это не самая хорошая идея. В выходной день до обеда взрослые дети могут еще спать. Сигнал в 10 утра может нарушить их покой. Вариант с пакетированным вывозом местных жителей тоже не совсем устраивает. Мы вернулись в Советский Союз. Раньше вот так вот тоже машина подъезжала, бибикала, народ выходил, выносил мусор. Ну и дальше ехала. Для меня лучше было, конечно, когда у нас у каждого дома стоял свой контейнер. Не было никакой грязи. Каждый следил за этим контейнером. Была чистота и порядок. И народ, я не знаю, ну, следили за этим, за всем. Машина подъезжала, каждую субботу подъезжала, выгружала этот контейнер. Раньше мы баки выложили, они высыпали, мы завезли, и никаких проблем. Сейчас в бумажке было написано, что нужно пакеты выносить. Но пакеты за неделю мы собираем мусора немало. Вынести пакет, он рассыпется, опять будет эта грязь. Почему не так? Те, кто не успел вовремя вынести пакеты, по-прежнему могут выбросить их на контейнерных площадках, которые находятся на удаленном расстоянии от домов. Учтут ли городские власти мнение саровчан и найдут ли золотую середину в решении мусорной проблемы, покажет время. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24.